Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за лондонское Челси. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него все в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, давайте пробежимся по сегодняшним матчам. Во-первых, игра против Брентфорда дома в АПЛ. Дальше мы начинаем с домашнего матча в полуфинале Лиги Чемпионов против мадридского Реала. Это даже четвертьфинал, прошу прощения. Вот, в 1/8 мы с горем пополам, но прошли Вильяреал. Кто помнит, тот помнит, как мы проигрывали на выезде 3-0, а потом сделали камбэк в 3-3 на выезде. Вот, ну и дома вынесли их 5-0. Дальше игра против Саутгемптона, ответка с Реалом, выезд против Лидса, домашняя игра против Ньюкасла. Играем потом Кубок Англии, полуфинал с Ньюкаслом. Это, я не знаю, один, наверное, матч будет действительно. Ну вот. Но играем на нейтральном, на Уэмбли. Вот, поэтому, ну, полуфинал у нас. Ответки здесь, естественно, не будет в один матч, как я уже и понял. Вот. Но в параллельном матче Ливерпуль будет играть против Уэст Хэма. Ну и игра с Эвертоном. И, скорее всего, если мы пройдем все-таки мадридский Реал, то вот в последнюю неделю, с 24 по 29, нам, скорее всего, добавят еще и первый матч в полуфинале Лиги Чемпионов. Но для этого нам надо пройти, конечно же, мадридский Реал вживую. В реальности, если так сказать. Челси не прошел мадридский Реал. Были предпосылки, но немножко не повезло. Поэтому как-то так. Ну что же, у нас лидерство в 6 очков в английской премьер-лиге. Играем против 13-го, вроде сейчас место я посмотрел, Брентфорд. Вот, поэтому сыграем вторым составом, потому что дальше у нас игра в Лиге Чемпионов. Начинаем. Ну что же, АПЛ, Челси против Брентфорда. Мы на Стэмфорд Бридж. Начинаем. Справился арбитр. А вот и Вернер. Надо забивать, наказывать за вот это вот нарушение на нем. И сразу же буквально Вернер забивает. Но все-таки лучший бомбардир английской премьер-лиги в этом сезоне. 31 гол в 19 матчах. Просто шикарная статистика у Вернера. Больше, естественно, гола за игру почти. Там больше полутора, мне кажется. А вот и так. Смотрите, Баптисте сразу же в ответной атаке просто, ну, вколачивает мяч головой. 1-1. 10-я минута матча. Алонсо. Алонсо с мячом. Хорошая передача на Пулишича пошла, без офсайда все было. И, ну, только нужно было действительно забить. 69-я минута, 2-1. Пулишич выводит снова Челси вперед. И все, финальный свисток, минимальная домашняя победа Челси. Со счетом 2-1 получилось все-таки переиграть Брентфорд. Ну что же, четвертьфинал Лиги Чемпионов, первый матч. Играем на Стэмфорд Бридж. Челси против мадридского Реала. Поехали. Ну что же, проливной дождь у нас на стадионе. Привычная, на самом деле, погода в Великобритании, но болельщики пришли поддержать свою любимую команду в очень важном матче, ведь он может действительно стать последним на Стэмфорд-Бридж. Если же все-таки Реал пройдет Челси, то это будет действительно последний матч в этом сезоне в Лиге Чемпионов на домашнем стадионе. Ну что же, вторая уже испанская команда подряд попадается Челси в плей-офф. Сначала был Вильяреал, ну а теперь и сам мадридский Реал. Пожаловал на Стэмфорд Бридж 5-0. Прошлая встреча закончилась у Челси на этом стадионе здесь против Вильяреала. Поэтому посмотрим, как сыграет очередная испанская команда на этом стадионе. Ди Мария, какой удар бильярдный забивает аргентинец. Перед самым перерывом Реал Мадрид выходит вперед. Ну, здесь все замечательно было. Вот передача до последнего момента, именно удара, шикарно. Просто заложил мяч в дальний, нижний угол. Все пока что по делу. Хороший удар, хороший гол. Вернер, отлично. И 2 минуты остается до конца встречи. Хаверц. Хорошая передача на Пулишича. Но нужно вот сейчас именно реализовать этот момент. Пулишич! Пулишич забивает в итоге на последних минутах и вырывает вот эту ничейную, я даже не знаю, как назвать, но ничейный счет перед выездом в Испанию. Отлично.
Сработали замены, быстрая контратака вот такая прошла. Не с первой, так со второй попытки Пулишич все-таки забивает этот гол в ворота мадридского Реала. И шансы снова есть у обеих команд в ответной игре. Но с небольшим преимуществом все-таки будет Реал. Все-таки будут играть они дома. Итак, может быть, кто-то напишет, отскочили, соглашусь с этим, моменты, конечно, у нас были в любом случае, но не реализовали их из-за того, что была очень хорошая защита у мадридского Реала, но по ударам, видите, 6, у Реала 7, но владение 60 на 40 за гостями. Итак, игра у нас сейчас против Саутгемптона, играем на выезде, 11-я строчка АПЛ против первой, но, естественно, играет у нас сейчас второй состав, потому что первый готовится к выезду в Мадрид на ответку против Реала. Саутгемптон, Челси, начинаем. Итак, Саутгемптон против Челси, английская премьер-лига, Сент Мэри Стадиум, начинаем. Вернер, тоже неплох, и хорошая передача здесь на Ковачича, и Ковачич забивает. Отлично, 8-я минута, вот так бы против Реала, конечно, играли. Я даже, может быть, подумаю, выпустив Вернера в старте на матч против Реала в ответке, если там что-то не пойдет, уже со второго тайма выпущу Лукаку, поэтому, наверное, сразу же с первых минут второго тайма сегодня выйдет Лукаку. И опасный момент, ну здесь уже все, Кепа не выручает, Вард-Праус забивает. И, ну, просто шикарно. Как стоячего прошел Санти Мина и забивает. И как раз Саутгемптон выходит вперед. Отличное спасение. Но здесь уже просто по пустым забивает Мина. 3-1. 10 минут до конца. Шансы, конечно, улетучиваются у нас. И Камавинга забивает. Он просил, чтобы я его выпустил. Вот он забил, может быть, один из решающих голов. Время-то остается. 3-2 счет. Хорошая атака здесь. Распасовка. Главное, что забили. Сколько давает арбитр? Интересно, Хаверц. Хорошая передача на Маунта. Но здесь надо забивать. Мейсон Маунт. Маунт спасает и вырывает ничью. Для Челси, вот два последних матча у Челси, просто вырванные на характере, на зубах, но правда ничейные результаты. Камавинга, но не дал даже арбитр продолжить. Финальный свисток, 3-3, боевая ничья на Сент Мэри Стадиум. Ну что же, у нас игра ответная на Сантьяго Бернабео против мадридского Реала. Мы сыграли в ничью 1-1, и вот теперь постараемся уже в основное время одержать победу над Реалом. Вот, но попробую. Попробую. Вернер у нас, во-первых, еще и прокачался. Стал 87-го рейтинга, поэтому посмотрим. Рискну, может быть, этим. Давайте я даже больше вот так вот Зиеша на всех случаях возьму. Вот. Попробую Вернера в старте. Посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, как раз выйдет Лукаку под уставшую оборону Реала. Поехали. Итак, Сантьяго Бернабео. На этом стадионе мы провели карьеру с вами за Реал. До сих пор ведем. Остался последний выпуск снять за мадридский Реал. Он, кстати, был прошлым. Вот. Поэтому посмотрим, получится или нет выбить команду, которую мы, в принципе-то, и тренируем, но в другой карьере. И здесь Жоржиньо. И можно на Тима Вернера. Но тут у нас и Кай Хаверц. Кай Хаверц. Пробьет и забьет. Отлично, 1-0. Кай Хаверц, автор забитого мяча в финале Лиги Чемпионов Челси Манчестер Сити. Вот сейчас еще и забивает важный гол. Первый причем. И мы выходим вперед в этом противостоянии против мадридского Реала. Через Рюдигера. Здесь уже и Чилвелл. Жоржиньо. А вот и Вернер. А вот и Вернер. Быстрый. Вряд ли бы так Лукаку бы убежал. Вернер. 2-0. Ну вот, по крайней мере, сейчас сработала моя тактика. Вернер вроде гол плюс пас сейчас сделал уже за первые минуты на поле в Мадриде. То на Хаверц отдал, то сейчас сам забил. Вот опасный момент, и все-таки Бензема забивает. Уменьшает преимущество Челси. Бензема, хорошая передача, и Азар забивает и сравнивает счет и в матче, и в серии. Но вот так вот еще и празднует гол в ворота бывшей команды.
Надо сейчас отомстить за это. Так, Канте. Через Жоржиньо. Тот на Вернера. И Маунт. Маунт забивает и выводит снова Челси вперед. 3-2 счет, 60-я минута. Двойной отрыв Реал нейтрализовал и ликвидировал. Но вот Маунт отлично здесь отыграл. Вернер, кстати, снова голевую вроде отдает. Ну и шикарно пока что выглядит Челси на выезде. Чилвелл, неплохо. Хаверт видит забегание он Тима Вернера и отдает шикарную передачу. Вернер подает на Хаверца. Хаверц делает счет 4-2. Дубль немца. И снова, кстати, голевая от Вернера. Вернер просто сотворил этот матч. Если я не ошибаюсь, во всех голах он как раз сейчас и поучаствовал. Это просто надо будет после матча обязательно посмотреть. Так, Хаверц. И снова шикарная передача на Вернера. Тимо. Ну а Тимо берет и забивает тоже дубль. 6-3. В общей сумме 5-2 в этом матче. И все, финальный свисток. Не получилось у меня выпустить Лукаку под концовку, но все же победа, и это главное, разгромная, тем более еще и выездная победа над мадридским Реалом. Ну и вот, главный вопрос, как отыграл Тимо Вернер? Да шикарно, 2 плюс 2 у него за этот матч, я думал, он поучаствовал во всех голах, но вот нет, к сожалению, но все же, просто замечательная статистика еще и на выезде против мадридского Реала. Ну что же, а в полуфинале легких соперников нам не видать. Три команды из Англии — это Ливерпуль, Манчестер Сити и мы, ну еще и Бавария. Поэтому, честно, я не знаю, с кем будет лучше нам встретиться. С английскими командами как бы мы и так встречаемся, поэтому хотелось бы, наверное, ради интереса только с Баварией. Но все же это очень сильная команда, и мне очень-то бы хотелось. Ну и по моим просьбам нам как раз и выпала Бавария. Значит, в смежном полуфинале будет играть Ливерпуль против Манчестер Сити. Значит, в любом случае, одна из английских команд выйдет все-таки в финал. Вот. Поэтому посмотрим, как мы сейчас будем играть. А с Баварией, естественно, нам надо будет сыграть первым составом. Не знаю насчет того, как мы будем играть против Ньюкасла в кубке. Честно, вот не знаю, хотелось бы первым, но успеют ли восстановиться там. Ладно, здесь сыграем вторым, значит, сейчас играем против Лидса тоже первым составом. Итак, Лидс против Челси, поехали. Итак, выездная игра, Лидс Юнайтед, Элланд Роуд приветствует нас. Английская премьер-лига, поехали. И очень опасный дальний удар забивает Гинчик, если сейчас не ошибаюсь. Надо просто посмотреть, да. 22-я минута, Лидс выходит вперед. И Лукаку, ну здесь-то можно как раз пройти и забить. Лукаку, ну вот просто протащил вот он этот момент. Единственный у него был в первом тайме. Слава богу, сравнивает счет. Но, скорее всего, Лукаку я сейчас буду во втором тайме менять на Вернера. Лучшего бомбардира сейчас английской премьер-лиги. Который шикарно еще провел выездной матч в четвертьфинале Лиги Чемпионов. И вот так вот Харрисон, ну это что за столб в обороне? Ничего не делают, просто стоят и смотрят футбол. Ну вот здесь вот можно, конечно, пройти и забить. Вернер имеет хороший момент, удар, но это гол. По забитому мячу у Лукаку и Вернера, но время есть еще и немцу забить решающий, надеюсь, гол и вывести Челси вперед. 30 минут остается до конца матча. Ничья против Лидса. Челси снова теряет очки. Я так понимаю, мы сегодня даже ни разу не выиграли. Ничейные одни результаты, то 3-3. Ну вот, как-то так. Ну что же, растеряли мы наши преимущества. В 2 очка теперь просто лидируем над МЮ. Поэтому нам нужно обязательно выигрывать. И сейчас будет играть, скорее всего, у меня второй состав. Репетиция перед полуфиналом Кубка Англии. Следующую игру против Ньюкасла я сыграю все-таки, наверное, первым составом, так же, как и против Баварии в полуфинале Лиги Чемпионов. Но вот попробую все-таки Минди поставить на этот матч. Не знаю, делали во вратаре или нет, пропускают оба, что Кепа, что Минди, но все же
Надеюсь, как-то это повлияет. Итак, английская премьер-лига, Стэмфорд-Бридж, Челси против Ньюкасла. Начинаем. Отлично, переиграл, но надо забивать. Теперь Дубравка пропускает. 18-я минута. Вернер выводит Челси вперед. И опасный момент. Бибу сразу же, буквально, сравнивает счет. 23-я минута. 1-1. Пулишич. Вот, неплохо можно отдавать-то на Вернера. Вернер! Надо забивать. Дубль. Дубль Тима Вернера перед самым перерывом. Немец выводит снова Челси вперед. Вернер неплохо. И на Камавингу можно отдавать. И Эдуард Камавинга забивает. 3-1. Увеличивает преимущество Челси. Вот это вообще в плюс. Давно мы не вели, именно в АПЛ с разницей в два мяча. Понятно, там в Лиге Чемпионов вели против Реала, но здесь совсем другое. Камавинга. А пробить. И Камавинга тоже забивает дубль. В сегодняшнем матче шикарный лонгшот полетел в ворота Ньюкасла. Финальный свисток. Разгром Челси провел над Ньюкаслом. 4-1. Дубль Вернера и Камавинги нам приносят долгожданную победу. Ну что ж, вот и полуфинал Кубка Англии. Снова мы играем против Ньюкасла. Но вот теперь первым составом сразимся против них. Состав в наших кранах. Снова же похоже, мне кажется, будет форма она сливаться. Поэтому поменяем. Итак, мы на Уэмбли. Полуфинал Кубка Англии. Челси против Ньюкасла. Начинаем. Так, неплохо Рикардо Перейра. А вот здесь Лукаку-то можно и голевую отдавать на Хаверца. А немец забивает. 1-0. 21-я минута. Снова Лукаку. Ну и не попадает даже по мячу Лукаку. И, скорее всего, получает травму. Все-таки нет. Серьезную травму получает у нас Ромео Лукаку. 72-я минута. Похоже, концовку будет доигрывать Вернер и, в принципе, концовку сезона. И Тимо Вернер. Ну, нужно забивать. И просто накрутил он оборону сейчас Ньюкасла. И в концовочке матча увеличивает Челси преимущество. И, скорее всего, выходит финал Кубка Англии. И все. Финальный свисток. Уверенная победа на Уэмбли. И Челси выходит в финал Кубка Англии. Ну, а в финале мы, кстати, сыграем против Ливерпуля. Я не исключаю, если мы пройдем Баварию, то, может быть, и Ливерпуль будет в финале Лиги Чемпионов еще. Итак, на 7 месяцев выбывает Ромелу Лукаку. Получил он травму передней связки. Ну, значит, все. Вернер у нас будет играть все матчи концовки. Тут около полутора месяца. Но я не знаю, кстати, есть ли у нас хоть какие-то игроки в нападении. Не знаю, может, там в аренде где-нибудь. Есть Батшуайи. Давайте, скорее всего, и будем его отзывать. Заплатим 176 тысяч, но нам нужен в любом случае второй нападающий. Так, во второй состав, значит, мы ставим Батшуайи. Отсюда мы убираем Лукаку. И ставим Тима Вернера. Ну и из первого состава убираем Лукаку, ставим Вернера. Ну и на скамейку ставим Батшуайи. Ну, Лукаку, в принципе, игра как-то не сдалась даже в последних матчах, в последних выпусках, вот. Поэтому, ну, Вернер будет, значит, доигрывать. Итак, первый матч полуфинала Лиги Чемпионов мы играем в Мюнхене. Ну, естественно, играем первым составом, который, кстати, вот восстановился. Поэтому посмотрим, что же по составу у Баварии. Сабицер играет левого защитника, Дэвис центрального. Магуайр, тут тоже его, кстати, купили. Как и в карьере за мадридский Реал, он играет правого защитника. Вот. Ну а все. Больше тут никаких изменений вроде нет. Поехали. Итак, полуфинал Лиги Чемпионов. Альянс Арена. Мы в городе Мюнхене. Начинаем. Вернер. Замечательная передача-то на Канте. Отдает уже на Вернера, а тот по пустым. Ну вот просто замечательно. Главное, что получилось развести так атаку. Ну и главное, что забили. И Левандовский, ну просто расстрелял сейчас защиту Челси и ворота. Отличный гол. Бавария сравнивает. Так, ну вот и Вернер.
А вот и Вернер цепляет его, но он продолжает двигаться дальше. Минус Альфонсо Дэвис. И гол Тима Вернера сразу же забивает Вернер очередной гол в ЛЧ, отвечая на гол Левандовски. Канте неплохо здесь. И Хаверц может пробить и забивает. Вот это пушечный выстрел. От Хаверца пока что сегодня за Челси забивают только немцы в ворота Баварии. И Мюллер, ну просто закладывают. Они в касание сегодня решили забивать нам, что Левандовски, что Мюллер. И все, финальный свисток. Минимальная выездная победа Челси над Баварией. Небольшой задел все-таки у нас есть перед ответной игрой у нас дома. Итак, сейчас у нас выездная игра против Эвертона. Последний матч на сегодняшнем выпуске. И будем играть вторым составом. Наверное, все-таки я поставлю снова Минди на ворота, потому что у нас есть сейчас хороший шанс оторваться от Челси. Мы и так лидируем там немножко, но они, так понимаю... О, от Челси, прошу прощения, от Манчестер Юнайтед. Давайте как раз сразу и посмотрим на ситуацию. Во-первых, и так в 2 очка мы лидируем, еще и матч в запасе, поэтому неплохие шансы у нас есть в 5 очков оторваться. Ну и также интересно сегодня будет посмотреть, как Батшуай дебютирует в этом году за Челси. Поехали. Итак, Эвертон против Челси, Гудисон Парк, мы начинаем. А вот опасный момент, Сигурдсон все-таки отбивает еще и Минди в свои ворота, и Эвертон выходит вперед. И отлично прошел, надо забивать. Батшуай забивает в первом же матче за Челси, после того, как вернулся из аренды, и сравнивает счет в матче против Эвертона. Сар через Камавингу. Может быть, успеем еще и перед перерывом выйти вперед. Камавинга на Батшуай. Ну что же, дубль. Дубль забивает Батшуай. Вот так вот. Один бельгийский футболист сломался у нас. Мы заменили его другим. И неплохая форма оказывается у Батшуай. И опасный момент. И Сигурдсон здесь забивает. Батшуай. Ну, можно забивать. И забивает Батшуай хэт-трик. Ну, вы просто посмотрите, в какой форме вернулся этот парень из Турции. Хэт-трик в первом же матче за Челси в этом сезоне. Так, Зиеш на скорости уходит от Диня. Ну, а здесь уже и Пулишич забивает. 4-2. Увеличиваем свое преимущество. Уверенная выездная победа над Эвертоном. Батшуай забивает хэт-трик. На это ему потребовалось всего 4 удара футболки Челси. Ну что же, на этом все. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики, стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жидан. Встреч, друзья, всем до свидания.